Курс на большую коалицию. Спустя почти 4 месяца после парламентских выборов немецкие политики договорились о формате правящего союза. Переговоры эти продолжались последние сутки. А о подробностях марафона Татьяна Лагунова. Утро вечера мудренее, особенно если всю ночь до рассвета идут напряженные переговоры. Немецкие политики наконец-то договорились взяться за создание так называемой большой коалиции и установили новый политический рекорд – 24 часа. Это самый длительный раунд зондирующих переговоров в истории Германии. В здание штаб-квартиры социал-демократов переговорщики зашли накануне утром и сутки, выходя к журналистам, разводили руками. Мне нечего вам сообщить. То и дело в СМИ просачивались пикантные детали. Дескать, политики решили подкрепиться сосисками. Или, например, передохнуть и сыграть в карты. И только спустя 24 часа в зале для пресс-конференций появились лидеры ХДС, ХСС и СДПГ. У нас были интенсивные, серьезные и глубокие переговоры. Документ, который мы разработали, это не поверхностный текст. Он показывает, что мы работаем над созданием условий, которые позволят Германии жить хорошо следующие 10-15 лет. То, что закреплено в документе, это не риторика. Мы настроены серьезно. И так же серьезно, как я могу судить после этих долгих переговоров, настроены наши партнеры. Документ – это 28 страниц текста положения, которые станут основой нового коалиционного соглашения. Договорились не повышать налоги, увеличить детские пособия и финансирование школ, ограничить прием беженцев не более 220 тысяч человек в год. И если Меркель и Зейхофер готовы начать переговоры хоть сейчас, то Шульц сначала хочет получить одобрение на съезде партии. Мы будем рекомендовать съезду выдать руководству партии мандат для начала коалиционных переговоров о формировании федерального правительства. Партийный съезд запланирован на 21 января. Решение формировать коалицию – это еще далеко не сама коалиция. Переговоры о ее создании будут идти не один месяц. Даже сами переговорщики прогнозируют, новое правительство в Германии появится не раньше весны. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».